Вот тут. Будет. Все течет. Дождь идет и все затекает сюда. Вот сюда, видите, вот сюда вот. Такая технология тут, короче. Вот это все образовалось из-за того, что здесь вот эти вот шиферины, видите? Там она как бы придерживает, там все технология сложная, но. Это надо, короче, все убрать отсюда, чтобы не затекало, и забить крышу. Потому что она, может, если я сейчас уберу эту всю технологию там, она еще более-менее там как-то держится, и дождь, и ветер ее не сдувает. А если я уберу, крыша будет вот так телепаться, ее ветром оторвет, сами понимаете, что случится. Ветром оторвет, и будет пипец крыша. Поэтому надо это снять. Сейчас я ищу молоток, который я не знаю, где находится. Вот. Чтобы там все это сделать. Ладно, фиг с ним, возьму железный. Такой железный молоток полностью сейчас. Будем все ремонтировать. Ой, да там. Ой, там же аккуратно надо. Там надо сделать все настолько аккуратно. Сейчас, блин, я так не залезу, подождите. Просто тут же, видите, все на хомутах держится. Надо аккуратно. Хомуты держат меня. Не хомут, а хомут один. Так. Ой, господи, его. Чуть не провалился. Аж живот заболел. Короче. Так, сейчас. Вот, видите, эта доска здесь стоит для того, чтобы держать ту шиферину. И все это удерживать, как бы. Сейчас эту доску беру. Крыша упадет. Шиферина выйдет оттуда. Вылетит. Видите, гниль, все оторвало крышу, там только одна осталась, и здесь вот эти две сорвало, три даже, сколько тут, две сорвало, вот, и крышу сорвет потом, будущем, ой боже, и здесь ветер дует ужасный просто, и вот эта щель, вот, которая здесь находится, я вижу через нее, смотрю, и прямо вот сюда все это выходит, все сюда, я смотрю, там кто-то у соседей ходит, так. А видите, как она держится здесь? Вот видите, все, шиферина уже поехала. Сейчас мы все порешаем, не переживайте. Видите? И там тоже. В конце. Эту штуку сюда. О, господи, мой тут туда. Я думал, тут будет намного больше грохота. Но нет, вон крыша даже ниже стала. Молоток, вот он. Там, блядь, пускай так. Ёкарный бабай падает, шиферина. Называется, аккуратно уложили. Ну хорошо, что хоть не треснуло. А, я ищу этот молоток. Вот он, первый молоток. Вот он, второй молоток. Берем гвозди, большие такие. Длинные гвозди. И начинаем забивать все это дело. Потому что ее может сорвать, как я еще говорил. Видите, как она качается. Все сорвет. Ветром к херам все улетит. Хата сдуется. Сами понимаете, что будет. Потолок провалится от дождя потом. И все, и хана будет хотя. Нам такого не нужно. Берем в этом гвозди. Берем гвозди. Вот такие вот. Вот такие гвозди. Длиннющие, мощнющие. Эти раз, два, четыре. Вот здесь еще пару маленьких можно взять для закрепления. Сейчас все сделаем, не переживайте. Вы понимаете, что произошло? Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Короче, гвоздей много, верёвок много. Тут было все. Психи-михи, потому что, ну, я думал, это будет намного проще, чем оказалось. В итоге здесь веревки, там веревки. Нет, там веревки, там веревки, там забито. Но оно там было забито. Я прям сейчас возьму шифер, наверное, сюда положу вот туда, сюда. Шифер просто наложу. Забью его и забью на это все тоже. Пускай оно уже на веревках держится, чем вот так открывается на 25 сантиметров. Там тоже подпилено было, там все было уже перепробовано. Ничего не вышло. Все. Более-менее. Да иди ты нахрен отсюда, я тебя уже прошу миллионный раз. Главное, чтобы держалась и не падала. Это главное. Ну и что тут такое расстояние? Она, чтоб не падала. И все. И чтоб дождь она не заливала. Господи, все. Я стараюсь, делаю такие ролики, стараюсь что-то сделать, хатку, матку, потом выпускаю видос. Ноль просмотров. И так. Где-то примерно 2 дня, пока я сам не посмотрю свой же ролик, чтобы там был один просмотр. Очень грустно, очень грустно. Мои старания уходят просто в пустоту. Ни лайков, может быть, даже и просмотры какие-то будут, а лайков нет, ну вообще, то есть людям не нравится, ну и пошел он, да? Ой, господи, я все сделал, надеюсь. Ну, раз не понравится, ну тогда... Ну и ладно, тогда я себе, для себя делаю это все. Понятно. Ой, господи, наконец-то. Ой, боже. Вот так сесть. Наконец-то радостная новость. Я теперь смотрю туда, в ту вот эту вот щель. И теперь я не вижу света солнечного. Я вижу теперь чердак. Наконец-то. Спокойствие теперь и умиротворение.